Два часа. Что может значить в вашей жизни два часа? И в моей ничего. Ноль. Два часа можно посмотреть фильм, который забудешь через 5 минут. Два часа можно просто проваляться в постели. Два часа могут изменить полностью жизнь человеку. Или два часа – это может быть увлекательное, замечательное, развлекательное, привлекательное, прекрасное путешествие. Два часа. Два часа на поезде. Это такая красота. Я так люблю ездить на поезде. Мне нравится сам звук, стук колес. Он такой ритмичный, с постоянством такой стук колес, грохот через определенные интервалы, и который вообще не раздражает. Этот звук убаюкивает меня, колыхивает. И пейзажи. Это как за окном пейзажи, как будто это новый фильм. Каждый кадр не повторяется, не повторится. Это картина. Сейчас за окном начало осени. Такая красота. За окном деревья. Такие стройные, красивые, такие добрые, такие впечатляющие. Иногда деревья рядом, прям с поездом, и тогда перед глазами мелькает разнообразие красок. Иногда они вдали, и видно их всю грациозность. Столько эмоций, столько впечатлений. Всего два часа. Два часа – это поезд Сургут-Лангепас. Я никогда не думала, что какой-то там маленький городок рядом на меня произведет столько приятных впечатлений. Лангепас – это такой тихий, красивый, очень чистый, очень яркий. Я никогда его не забуду. Он такой приветливый, размеренный. И такое чувство, что у этого города есть богатый покровитель, который очень любит свой город и очень сильно заботится о нем, чтобы он был, чтобы этот город радовал глаз этого богатого покровителя. И я подумала, что этот покровитель – это очень порядочный и очень богатый человек. Я не видела, я ходила по городу субботу-воскресенье, у нас был такой уикенд, вечером в пятницу мы приехали, я ни капли не пожалела, что я приехала именно в пятницу, потому что целую субботу, целое воскресенье мы полноценно посвятили такому насыщенному отдыху, общению с людьми, с новыми. Все люди были новые в нашей жизни, можно так сказать. Я ездила к своему двоюродному брату, которого я видела всего 2 или 3 раза в жизни. 2 раза в детстве и 1 раз в зрелом возрасте уже, когда я была уже достаточно взрослой. И тогда я видела его жену и брата. Но прошло уже 20 лет. Как я их не видела. Конечно, передо мной были новые люди, но они были такие добрые, такие приветливые, такие прекрасные. Нас не знали, куда посадить, куда поставить, чем угостить. Вы не представляете, за эти 2 дня я поправилась, но я не буду говорить, насколько. Не кушать это все было невозможно. Это было все очень вкусно. Это были настоящие пиры.
Потом мы познакомились со многими людьми, с разными. И люди все, правда, очень хорошие, добрые. Я так счастлива. 2 часа, всего 2 часа. 2 часа в одну сторону и 2 часа в другую. И всего какие-то там вечер, пятница, суббота, воскресенье. И в понедельник рано утром мы уехали. Но эти эмоции мои незабываемые. Моя маленькая дочка не хотела уезжать. Я очень счастлива. Очень рада. Это был... Я считаю, что это уже 3-й отпуск за наше лето. Первый отпуск мы провели 10 дней на соленом озере. Это был прекрасный отдых и общение с прекрасными людьми. Потом мы жили на даче 2 или 3 недели. Честно говоря, даже не помню. Время пролетело очень быстро. Там были 4 прекрасные собаки, с которыми мы дружили, которых кормили, за которыми я очень сильно скучаю. И я очень сильно полюбила эту дачу. И вот этот вот уикенд. Я по-другому посмотрела на время. Я по-другому посмотрела на 2 часа. 2 часа. Это... Настолько можно провести насыщенно эти 2 часа, и они настолько могут изменить вашу жизнь. Самое главное – правильно спланировать эти 2 часа. Я так благодарна Богу за эту поездку, которая в общей сложности составила всего 4 часа, 2 часа в одну сторону и 2 часа в другую.